хочу поделиться с вами одним из самых простых рецептов, как приготовить горчицу на огуречном рассоле. Такой простой соус порадует вас не раз, так как хорошо будет смотреться со многими блюдами. Горчичку мы любим всей семьей, поэтому я знаю пару рецептов, как ее сделать, за что она нам нравится, так это за то, что ее можно подавать ко многим блюдам, она добавляет остроты, но не затмевает вкус, по мне это лучший соус на все времена, обязательно приготовьте его. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Нагрейте рассол, перелейте его в банку, которая плотно закрывается крышкой. Растворите в рассоле горчичный порошок, мешайте, пока не будет единая консистенция, добавьте масло, после чего еще раз перемешайте. Плотно закройте крышкой, дайте настояться соусу 8 часов в теплом месте, после открытия банки храните горчицу в холодильнике. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Огуречный рассол 0,5 стакана. Горчичный порошок 3 столовые ложки. Растительное масло 1 чайная ложка. Количество порций 10-12. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачи, друзья, заходите!